Сегодня я покажу для начинающих, как можно поменять масло в ружье или долить свежего. Итак, друзья, я вас приветствую. Сегодня я покажу для начинающих, как можно поменять масло в ружье или долить свежего. Я себе сейчас менять не буду, я себе буду просто доливать. Поэтому как слить, я просто объясню. Для того, чтобы слить масло с ружья «Вектор», да, в принципе, многих других ружей, с задним клапаном «Пеленгаз» и многие «Итало-пневматы», вот, система у всех, в общем-то, одинакова. Значит, откручивается задняя заглушка. Ну, у меня в данном случае вместо заглушки стоит ленисброс. Ну, это никакой роли не играет. Откручивается задняя заглушка. Чтобы стравить, надо поставить ружье вниз клапаном, чтобы оно постояло, ну, минут 5-15. Чем дольше, тем лучше. В принципе, где-то 5-15 минут будет вполне достаточно, чтобы масло стекло вниз, и его можно было легко слить. Когда ружье постояло, можно взять какой-то тазик, ведро, ну, лучше большое ведро. Вот, и вот тут вот надо вот этот вот штыречек надавить. Ну, я показываю на векторе, у вектора штыречек. Надавить штыречек, когда ружье вот находится в этом положении. Воздух, скорее всего, выйдет весь. Вы не сможете его как-то отрегулировать. Вот, поэтому. Но зато воздухом выдавит все масло. Ружье будет пустое, ну или практически пустое и без масла. Вот. Можно что-то положить сюда, надавить. Можно вот взять какой-то предмет, надавить. То есть, ну, в общем-то, не самое удобное. Операция, по крайней мере, на векторе. Но таким макаром масло все выйдет в вашу какую-то емкость. А чтобы заправить ружье в таком положении, надо будет взять насос. Такая же система на пеленгасе, такая же система на многих других ружьях. В зависимости от того, сколько вам надо налить ружья, можно прямо в бутылочку окунуть, вот так вот засосать. Можно, в принципе, отвести насколько надо. Ну, там в нужное положение выставить. Вот. Придерживать его как-то надо, потому что достаточно свободно. У меня, по крайней мере, легко очень двигается резиночка. Ну, то есть нужно выставить нужный объем. Обычно рекомендуется у того же там пеленгаса, например, где-то 1/3. Сарган тоже 1/3, пол насоса. Ну, я не буду, мне достаточно где-то вот так вот. Потому что я хочу просто чуть-чуть добавить. То есть где-то 1/4 насоса я буду добавлять. Ну, то есть, соответственно, вот так вот. Вот так вот. Вот примерно вот так вот. Сюда просто доливается чуть-чуть масла. Ну, это я долго говорю, на самом деле все это делается довольно быстро. Не забывайте, что масло, особенно когда сливаете масло, делать надо все аккуратно, если вы занимаетесь этим в квартире. Вот. То есть вот берете, доливаете прям в насос. Все. Теперь прям вот в таком положении вкручиваете насос в ружье или накручиваете ружье на насос вот таким макаром. Все делаете, чтобы плотненько было, и переворачиваете ружье ресивером, ну, надульником вниз, чтобы масло переходило вниз.
Вот. И проталкиваем все это хозяйство внутрь ружья. Аккуратненько. Оп. Все. Можно сделать там пару качков еще дополнительно. Ну, мне качать не надо, поэтому пару качков я сделал достаточно. Вот, если у вас ружье спустило, когда вы выливали масло, ну, естественно, надо накачать столько, сколько вам нужно. В принципе, все. Масло добавлено в ружье. Все, останется только здесь вот все это хозяйство протереть, чтобы сильно не было маслом залито. Все, и накрутить штатную заглушку. Ну, в моем случае это ленисброс. Все, ружье залито, насос, ружье залито, свежая порция масла. Насос тоже желательно протереть, поскольку лишнее масло, оно тут тоже, в принципе, не нужно. Достаточно, чтобы там оставалось немного пленочки. Все. Все, ружье заправлено свежим маслом. Ну или если кому-то надо, то ружье, в ружье заменено масло. Все, господа, путем вот таких несложных манипуляций в ружье меняется масло, ну или добавляется свежее. Все, всем добра и удачных охот!